Уважаемые коллеги, компания Daylight представляет новинки коллекции La Madrid зима 2016-2017 года. Одноименная компания группа La Madrid начала свою историю в 1973 году. Ее головной офис и по сей день находится в Барселоне. На протяжении всей своей истории компания развивалась и в последние 20 лет является одной из крупнейших текстильных компаний на испанском и европейском рынках. La Madrid – многоплановая красочная коллекция, состоящая из трех дизайнерских линеек – Guerlain La Madrid, Le Creations de l'Amazon и Contract. В настоящее время коллекция La Madrid представлена более чем 100 вешалками и каталогами. Каждое из направлений коллекции La Madrid можно рассматривать как самостоятельную и самодостаточную коллекцию. Guerlain La Madrid – это путешествие по мировым континентам посредством разноплановых дизайнов и фактур. От богатого яркого востока с роскошными объемными бархатами до сдержанных холодных дизайнов в скандинавском стиле. От знойной Африки с шинильной имитацией шкур животных и яркими икатами до английской строгой полоски и клетки изысканных оттенков. Каталоги Guerlain La Madrid представлены в коричневом цвете. Линейка коллекции Le Creations de l'Amazon – это фактуры, фактуры и снова фактуры. Велюр, вельвет, рогожка, кожа, замша, лен, джут, блэкаут, тонкие льны, различные имитации. Эту линейку коллекции La Madrid отличает по-скандинавски сдержанная цветовая палитра со множеством оттенков серого, бежевого и коричневого. Ткани представлены натуральные и смесовые. Практически все дизайны имеют маркировку на истирание Martindale. Это значит, что ткани Guerlain La Madrid и Le Creations de l'Amazon можно использовать не только для портьер, но и для обивки мебели. Каталоги Le Creations de l'Amazon в сером цвете. Познакомимся с новинками 2016-2017 года более подробно. Создатели коллекции La Madrid – братья. Один из них путешествует по миру и черпает вдохновение для создания коллекций в истории, искусстве, культуре разных стран мира. Первый каталог пополнения 2017 года – каталог танго. Он унесет вас в историю современного танца. Принты в сочетании с шинилами. Очень яркая и насыщенная цветовая гамма. Растилизованная растительная тематика. Икаты. Вот так видят создатели коллекции танец рок-н-ролл. Пейсли в сочетании с растительным орнаментом. Монохромное и очень яркое представление одновременно. Особое внимание в данном каталоге нужно обратить на паттерн самбо. Яркий и динамичный бразильский танец в великолепном исполнении. Все дизайны в крупном рапорте можно найти на последней странице каталога. Второй каталог в пополнении коллекции Guerlain La Madrid – каталог Нептуна. Яркая, динамичная средиземноморская испанская тематика. Принты в сочетании с бархатом и рогожкой. Двух типов. Незатейливый геометрический дизайн рассказывает нам о многогранной огранке алмазов. Вертикальная полоска. Стилизованная флористика. Своеобразное видение морских ракушек. В данном каталоге представлено несколько цветовых историй. Бордо, горчичный, серо-бежевый, бирюзовый, черный. Всеми полюбившаяся тематика жуи в восточном японском представлении в четырех цветовых гаммах. Белый, травянисто-зеленый, припыленный розовый и состаренный голубой. Почувствуйте себя на райском острове. Создатели коллекции вдохновлялись джунглями Папуа-Новой Гвинеи. Великолепная вешалка представлена в нескольких дизайнах. Пальмы, море, облака, бурная растительность и несколько цветовых историй.
Одновременно неожиданное и крайне приятное прочтение русских текстильных традиций в коллекции Гюэль Ла Мадрид. Фрагментированные бархаты с крупнорапортным растительным дизайном. Мелкая геометрия, тот же самый фрагментированный бархат. Крупная вертикальная полоска и классический, традиционный для российского текстиля дизайн. Данная вешалка представляет три цветовых истории. Зеленый в цвете листвы, серо-кремовый и синий. Дизайн, который никогда не выходит из моды. Этнический орнамент. Восточно-азиатский орнамент в коллекции Гюэль Ла Мадрид представлен в четырех цветовых оттенках. Желтый, морской, синий и природный коричневый. Пополнение линейки Le Creations de l'Amazon в 2017 году представлено множеством фактур. Первая из них – это бархат, каталог Тайбер. Припыленные, натуральные, природные оттенки бархата не оставят равнодушным никого. Имитация – очень популярная на сегодняшний день фактуры шерсти. Каталог Gloucester в Le Creations de l'Amazon. Не выходящая из моды фактура шотландка в сочетании с мелкорапортным геометрическим дизайном на шиниле и бархаты. Несколько цветовых историй в каталоге. Синяя, бордо, серый, природный зеленый, кремово-бежевый и желтый. Каталогу Gloucester предлагается две вешалки. Первая из них – это сочетание всем известных шотландок в пяти цветовых оттенках. Второе – это цветовая растяжка компаньонов бархатов и шинилов с мелким геометрическим дизайном. Чрезвычайно актуальная на сегодняшний день фактура – искусственный мех. Исключительно природные, нежные, припыленные оттенки. При этом данная ткань имеет тест на стираемость Мартиндейл, а это значит, что ее можно использовать даже для обивки мебели. Пополнение линейки Le Creations de l'Amazon для любителей стиля шеби-шик. Потертые фактуры в мелкую елочку, широкая цветовая гамма, природные оттенки. Четыре вешалки Жюльет, Элис, Селин и Амели представляют собой легкие, воздушные и струящиеся ткани. Однотонная льняная фактура, легкая фактурная струящаяся ткань и вертикальная вышивка на однотонном полупрозрачном льняном полотне. Эти ткани привнесут в ваш интерьер дыхание и воздушность. С новинками коллекции La Madrid можно ознакомиться в шоурумах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и в библиотеке Design Decoration Center город Казань. Спасибо!